Сегодня у нас будет проходить сетевая акция, которая организована Архангельской областной научной библиотекой имени Добролюбова. Она организуется каждый год. Каждый год она набирает нового писателя. И сегодня будет посвящена нашему земляку, сказочнику Степану Григорьевичу Писахову, которого в этом году исполнилось 140 лет. Инсценировка по произведению Степана Писахова от театрального коллектива «Радуга» из поселка Шипицыно. Интересные факты о жизни детского писателя, конкурсы и игры. Все это организаторы придумали для школьников, которые с удовольствием посещают подобные городские мероприятия. Участниками этой литературной встречи стали ученики 5 класса школы номер 76. Узнаем больше по Писахове, какой он был в детстве и его биографию побольше. Я знаю сказки «Мороженые песни», «Не люба, не слушай», «Северное сияние». Я бы хотела бы посмотреть сценку Степана Григорьевича Писахова. С творчеством известного северного сказочника ребята встречаются и в детском саду, и в школе, читая и изучая его произведения. А потому в Центральной детской библиотеке выставки в честь писателя проводятся постоянно. Ну а в честь 140-летия со дня рождения Писахова в эти дни там работает экспозиция «Добрый сказочник моего края». Здесь юные посетители могут зачитать информацию о биографии автора, познакомиться с его книгами и полюбоваться картинами. Ведь Степан Писахов был еще и известным художником.